Конечно, невозможно. У меня даже нет сомнений, что что-то может произойти, какое-то чудо, и люди успокоятся и спокойно будут жить. Даже если мы миротворческие войска введем, не дай бог, конечно, то, мне кажется, ничего это не поможет абсолютно. Люди уже кусили крови, знаете, как собака, которая раз кровь почувствует, то ее лучше пристрелить, чем дальше она будет продолжать жить. Ни ласка, ни дрессировка уже не помогут.